реабілітацію електронно. Як без електронно, в нього не впали. Вона описувалася такою діаграмою, так? Позитрон, сталкується з електроном і рождається неонна пара. Я напомню, по частиці вона считається електрон, поэтому частиці я должен считаться мю мінус. Да? Если здесь импульс P1 и P2, то здесь будет минус P3, P4. Переменный Мандельштам. Так. Ну и мы разобрали, как выглядит дифференциальное значение этого процесса. В системе центра масс это будет величина типа единица плюс косинус в квадрате тета, что отвечает, это очень хорошо бы запомнить. Но это при больших энергиях, да? ZS много больше учтённой массы миона. Так, здесь будет альфа квадрат на 3 плюс. И в этих же условиях само сечение есть 4 третьих альфа квадрат на плюс, что даже выглядит как 87 макомпат на плюс, который в том случае выражается в гигаэлектровольтах в квадрате. Вот такую картинку мы в прошлый раз подробно довольно разбирали. И от этой картинки у нас будет подход к целому ряду других интересных вещей. Ну и, как всегда, в этом случае я тоже постараюсь, чтобы наши вычисления в рамках абстрактной квантовой теории поля, да еще в низших ее порядков, имели отношение к конкретным процессам, в том числе тем, которые здесь разбираются в ЯКе. Сегодня у нас будет первая тема, это процессы которые являются родственниками этому. Это прежде всего процессы с образованием кванков. Процессы с образованием адронов. На встречных лучках при высокой энергии. Ну, начнем вот с первого процесса, соответствующего аннигиляцию электронной пары пар кварк. Кварки, мы знаем, существует несколько типов, поэтому здесь мы тоже укажем, что происходит аннигиляция в конкретный кварк. Антикварковую пару. Если рисовать соответствующие диаграммы, то начало будет точно такое же. Позитрон, электрон аннигилирует виртуальный фотон с импульсом P1, P2.
А затем рождается пара кварков. Значит, здесь у нас будет кварк сорта А. И, соответственно, тут антикварк сорта А. Давайте посмотрим, в чем будет отличие от этой реакции. Фактически, в двух вещах. Во-первых, здесь будет другая вершина. В том смысле, что если здесь у нас будет, соответственно, заряд частицы, то здесь будет стоять заряд кварка. Это первое клубное отличие. И где QA – это уже безразмерная величина, отвечающая заряду кварков в единицах элементарного заряда. А второе существенное тоже отличие – то, что в отличие от мюонов, кварки обладают дополнительным квантовым числом цветом, которое здесь, в общем-то, никак не проявляется, кроме того факта, что этих цветов может быть три штуки. Поэтому, если мы будем сравнивать течение процесса плюс-минус кварк, антикварк, антикварк, да, с течением вот тем, которое является стандартным во многих случаях, то различие будет связано прежде всего с тем, что в амплитуде возникнет лишний множитель заряд кварка, а в сечении возникнет лишний множитель заряд кварка в квадрате. Раз. И второе, для этих конечных частиц мы должны будем просуммировать, помимо того, что суммируем по спинам, точно так же должны будем просуммировать по цветам. Три цвета даст дополнительный множитель 3. Вот это и есть главное отличие этого процесса от этого процесса. Если же речь идет о рождении адронов, то это достаточно сложный процесс. И в условиях, когда происходит рождение адронов электрон-позитронной парой малых энергий, у нас картинка будет, в принципе, та же самая. Да? А тут будет некоторый блок перехода. Виртуальный фотон с импульсом P1-P2, ну а значит с виртуальностью, которая будет отвечать величине q квадрат, рождает эту самую адронную систему. Характерное расстояние, при этом которое входит в задачу, будет величиной порядка, опять же, фактически по соотношению неопределенности, порядка h на корень из q квадрат, то есть в нашем случае h на корень из s. Ну и если речь ведет про рождение адронов вблизи порога, а порог откуда начинается? Когда рождается пара пионов, да? Это примерно 280 мм. Ну и легко сообразить, что соответствующее расстояние будет на уровне там 10-13 сантиметра. Это расстояние, характерное для сильных взаимодействий. И в этих условиях мы... Это расстояние, на которые пучки надо... Расстояние, на которых происходит рождение адронов.
который управляет вот этим блоком рождения дронов. Ну и с одной стороны мы верим, что это все должно описываться квантовой хромодинамикой. С другой стороны, особо толку от этого веры нету, потому что точно решать уравнение квантовой хромодинамики мы не умеем, а пользоваться теорией возмущения в условиях, когда соответствующая константа немала, как писали классики, можно только в состоянии глубокого отчаяния. Да? Ну вот, поэтому в этих условиях, пока мы находимся вблизи порока, приходится применять разнообразные модели, и ответ выглядит тоже очень зачастую хитрым. А именно, если речь идет, скажем, про рождение заряженных частиц плюс и минусов, то вначале все выглядит очень похоже на квантовую электродинамику. То есть в некотором приближении плюс и минус можно принимать как точечные частицы. Но это только некоторое приближение. А если мы начинаем идти немножечко дальше, то возникают катастрофические отличия от квантовой электродинамики, в которой ион рассматривается как точечная частица. Возникают резонансы и так далее. Эта каша, это спектроскопическая область, в которой экспериментаторы, в том числе на встречных пучках, и плюс и минус у нас, здесь пытаются разобраться со всевозможной точностью. Работают модели, модели постоянно уточняются и так далее. Но вот если речь идет про высокие энергии, то там уже фактически мы можем начать пользоваться квантовой хромодинамикой, потому что все будет происходить на малых расстояниях. На малых расстояниях мы можем воспользоваться теорией возмущения квантовой хромодинамики. А тогда в первом порядке, или лучше сказать, в низшем порядке по теории возмущения квантовой хромодинамики, что у нас будет происходить? У нас будет происходить рождение кварков, которые мы умеем рассчитывать. Причем мы можем пытаться делать расчет не только в низшем приближении, но и учитывать дополнительные следующие члены теории возмущения квантовой хромодинамики. Следующие члены будут соответствовать тому, что здесь могут происходить обмены между рожденными кварками с помощью глюонов, могут излучаться дополнительно глюоны. Все это будет непросто, но там есть руководящая нить. Теория возмущений, и значит, все те усложнения, о которых я говорю, будут в следующем порядке, будут, по крайней мере, в определенном смысле, поправками. А главное, правда будет совершаться вот здесь. Вот. А дальше из этой главной правды мы можем сосчитать это сечение. Но это хорошо. Все это совершается на малых расстояниях. Но ведь потом появляются адроны. А превращение кварков в набор адронов опять происходит на больших расстояниях, на которых мы из первых принципов ничего особенного сказать не можем. Поэтому опять, какая может быть польза от этого квантового хромодинамического Васьки? Ну вот мы знали, как рождаются кварки на малых расстояниях. Как перекинуть в мостик к рождению адронов при высоких энергиях? Мостик происходит из того простого утверждения, что эти кварки непременно превратятся в адроны. Со 100% вероятностью. Поэтому сосчитаем это сечение, и со 100% вероятностью это будет сечение этого процесса. Поэтому можно сказать, что этот сложный процесс можно описать этим относительно простым, с сложным поправками. Да-да. А обратно это верно? Что? А обратно это верно? То есть, когда рождаются адроны, они не обязательно проходят кварковую стадию? А вот, может быть, кварковую, может быть, глюонную, понимаете? Да, в этом смысле обратно не всегда верное, да. Вот особенно это четко видно в соударениях
уже сильно взаимодействующих частиц. Если речь идет, например, про LHC, где соударяются протоны, то в качестве элементарных процессов там могут происходить, ну, например, процессы соударения не только кварков, но и глюонов. И зачастую эти процессы доминируют. Но здесь картинка в этом смысле оказывается более простой. И поэтому говорят, что даже если некоторые частицы будут открыты на встречных протон-протонных пучках, то детальное изучение их все-таки будет происходить на встречных электрон-позитронных пучках, где картинка существенно яснее. Да-да. А вообще сечение гадрона туда же должны давать вклады не только какой-то один тип кварка, то есть не один аромат кварка. Совершенно правильно. Поэтому давайте посмотрим, как с ростом энергии может происходить изменение этой картины. Если взять отношение сечения рождения подробы к сечению рождения гнома, да, эту величину называют отношение просто F, то как мы ее могли бы, судя по этому результату, выразить? Это были бы три заряда кварков в квадрате, но зато просуммировано по всем тем кваркам, каким тем, те, которые дозволяются вот этим утверждением. Этот ответ у нас был справедлив в области больших значений масс. Этот ответ тогда тоже будет справедлив тогда, когда S много больше 4 массы кварка в квадрате. Давайте попробуем посмотреть, к чему это может быть равно. Если у нас энергия таковая, что мы выходим немножко за область резонансов, где ничего с точки зрения фундаментальной теории напрямую мы вывести не можем, то там за областью, скажем, 1,5-2 кВ по энергии суммарной, то тут могут участвовать такой набор кварков, как кварки первого поколения, up и down, и ставки странные кварки. Кварк up имеет множитель, имеет заряд 2/3, возьмет 2/3 в квадрате. Так. Down и strange имеет по заряду равному 1/3. Поэтому здесь добавится. Да. В итоге что мы получаем? 4. 5, 6, да? Да. Итого ровно двойка. Вот есть некое предсказание величины R. В какой области? Там, где может быть уверено, что энергия заметно больше учетверенной массы, удвоенной массы этих кварков. А если энергия такова, что добавится еще и к этому набору кварков, добавится шарованный кварк С, то дополнительно к тому, что здесь было, то есть дополнительно к этой ойке, добавится вклад, соответствующий С кварку. Ну, а это будет та же самая тройка, умноженная на заряд С кварка в квадрате. Так. И это будет у нас 2 плюс, сколько здесь будет? 4/3, да? А если есть, если в итоге мы получим возможность
возможность наблюдать. И когда это может быть? Когда мы перейдем за порог рождения C-квартал, да? Это примерно 3 ГЭВа по энергии. А если мы перейдем за порог рождения B-квартал, то у нас помимо вот этого стандартного уже набора возникнет и дополнительное. И плюс еще вклад B-кварка, такой же, как вклад D или S, да? То есть это будет, соответственно, сколько там? 1/9 на 3 плюс 1/3. Ну, давайте попробуем посмотреть. Это, как говорится, чистая теория. А что говорит на эту тему эксперимент? Это довольно любопытно сравнить. Единственное, что нужно отметить, что, конечно, это самые простые рассуждения. Потому что, кроме этого процесса в первом порядке, возникают еще процессы, где происходит обмен глюонами, где может излучаться глюонами дополнительно и так далее. Все это при аккуратном расчете учитывается, но получается очень впечатляющая картинка, которую я и хотел вам показать. Так. Посмотрите на первую картинку, где указано просто сечение рождения адронов, где плюс и минус на ударениях. Здесь по вертикальной шкале отложено сечение миллибарных. Миллибаром, я вам напомню, это 30 минус 27 квадратного сантиметра. Поскольку бар это сечение считается такое здоровое, как амбар. Да? Хорошо. Что видно из этой картинки? А внизу отложено значение величины корень из S. Ну и если это сечение ведет себя так, как ведет себя глюонное сечение, то мы твердо видим, что это есть вещь, падающая квадратично с ростом S. Ну, а тогда в логарифмической шкале, она употребляется и по вертикали, и по горизонтали, это должна быть прямая линия. И это хорошо видно, да? Как только мы переходим за границу чуть больше 1.5 или 2 ГЭВ, вот там есть, что вначале мы видим? Вначале там есть робизонный пик, потом узкий пик омега, еще более узкий пик фи, роштрих. Вот как только переходим за роштрих, все примерно выстраивается на прямые линии, причем на громадном интервале. Да? Вот там есть рождение семейства G-пси, а потом уже до Z-бозонов, не доходя, да, есть еще семейство ипсилонов. Все лежит примерно очень, даже неплохо, на прямой линии, что и соответствует вот этой зависимости единицы на x. Причем, посмотрите, какой хороший интервал при этом, да? От примерно там 2-3 ГЭВов до величины порядка 80 ГЭВ. А там уже в районе 90 ГЭВ есть подарок природы, Z-бозон, который возвышается над уровнем фона на 3 порядка. Сечение тем временем падает от 10 минус 4 миллибарна до 10 минус 7, да? То есть на 3 порядка. Но это, так сказать, картинка, которая выглядит, как выглядит сечение. Низшая кривая, посмотрите, указывает как раз это самое отношение R.
И опять в том же самом масштабе она сделана. Видно, что это почти прямые линии. После Рош-Тиха идет одна прямая до Епсилона, потом дальше идет до Пси, потом дальше еще одна прямая и еще небольшой скачочек после Епсилона. То есть на самом деле такое впечатление, что мы переходим от двойки до двойки плюс 4 третьих до 2 плюс 4 третьих плюс 1 третьих. Конечно, поскольку масштаб логарифмический, то это все не очень хорошо проглядывается, но если вы перевернете следующую страницу, у всех есть? У вас тоже есть? Ага, все нормально. Перевернете следующую страницу, что вы там увидите? Там сделано в более мелком масштабе, эта же картинка. Но это посмотрите, самая верхняя. Это область, где по нашим представлениям R должно даваться вот этой самой величиной, то есть примерно двойка. И что мы видим? Экспериментальные точки в пределах, ну вот, от полутора до трех ГЭФ, вот в районе Рош-Тиха их много, а дальше идут отдельно взятые точки. Между прочим, в этой области как раз хорошо работал Web4M. Да? Вот, все они очень даже неплохо укладываются на прямую линию, да? Горизонтальную. А причем вот внизу, обратите внимание, пунктирная линия отвечает вот этому предсказанию, которое называется наивная кварковая модель. То есть когда мы берем только пару кварков, больше ничего. А выше, в качестве прямой линии, уже рафинированная квантовая хромодинамика с поправками и так далее. И видно, что такие квантовые хромодинамика лучше согласуются с экспериментом. Следующий кусочек включает интервал от 3 до 5 ГФ. Тут у нас есть пляска, связанная с тем, что возникают резонансы, связанные с C-кварками. Но после этого у нас получается опять неплохое согласие с предсказаниями квантовой хромодинамики. Только вот линия, которая там прочерчена пунктиром, она не константа, да? Не константа она в связи с тем, что здесь пытаются даже учесть пороговые эффекты. Вот у нас было такое значение, потом мы должны перейти к этому. Да? Начинают рождаться C-кварки. Ну и, наконец, следующий кусочек. Это вот примерно 9 до 11 ГЭФ. Это та область, где имеется семейство, начинают рождаться кварки B анти-B. И видно, что если отвлечься от узких резонансов, то опять-таки эксперимент дает, я бы сказал, поразительно хорошее согласие, удивительное согласие с предсказаниями квантовой хромодинамики. Так что в этой науке действительно мы можем сказать, есть очень рациональное зерно, подтверждаемое экспериментом. Так. Ну вот, это то, что относится к структуре рождения адронов или плюс и минус ударения. Дальше. Я еще говорил, что если мы будем рассматривать угловое распределение мюонов при высоких энергиях, то оно описывается вот этой простой зависимостью. Кстати сказать, такая простая зависимость жестко связано с утверждением о том, что у мюона спин 1/2. Если бы мы здесь рождали, скажем, скалярную частицу, то зависимость была бы существенно другая. И это все, с одной стороны, очень здорово и полезно, потому что распределение широкое, и поэтому детекторы, которые не могут брать малые углы,
ухватывают значительную часть этого сечения. Это следующее. Когда речь идет про рождение квантов в нижнем порядке квантовой термодинамики, то картина должна быть примерно той же самой. Да? Угловое распределение квантов должно описываться этой формулой. Конечно, будет усложнение, связанное с поправками, но главное зависимое будет то же самое. Широкая зависимость типа единица плюс космос в квадрате. Если бы кварки имели другой спин, у них было бы другое распределение. Но кварки – это те объекты, которые мы непосредственно не видим. С другой стороны, эти вот самые кварки со 100% вероятностью превращаются в адроны. А при высоких энергиях эти адроны выглядят как струны. И действительно, при высоких энергиях, вообще-то говоря, есть широкое распределение адронов. Но это поле широкого распределения очень часто четко выделяется именно струми. Исследование распределения этих струй по углу подтверждает вот эту самую зависимость. А значит, они происходили из частиц, имеющих спин 1/2. Это одно из первых экспериментальных подтверждений того, кто такие эти самые кварки. Конечно, то, что мы это наблюдаем, это есть предсказание на основе низшего порядка теории возмущений. Вообще-то говоря, могли бы происходить, как я уже говорил, еще образование глюонов, которые тоже должны превращаться в струны. И такие трехструнные события тоже наблюдались там при хорошей энергии с ударением плюс и минус. Более того, в определенном смысле даже расследуя свойства дронизации экспериментально, находили даже отличия от кварковых струй от глюонных. То есть эти картинки, глюонная струя получалась немножко шире, немножко меньше энергии, чем кварковая. Так что с этой точки зрения, изучая простые процессы низших порядков, мы прикасаемся к тайнам адронной физики. Заканчивая этот раздел, я хотел бы еще упомянуть, что помимо вот такого сорта процессов, которые непосредственно изучаются в аннигиляции электронов-позитронов, можно было бы, теоретически говоря, да, если бы у нас под рукой были соответствующие ускорители, смотреть процессы, которые происходят рождение мионов с удалением фотонов. Если бы у нас только были встречные пучки фотонов достаточной энергии. Ответ выглядит примерно так, но с некоторыми существенными изменениями, связанными с тем, что коэффициентик будет другой. Зависимость будет не только единица на S, но еще получится там логарифм S. Но это не важно. Важно другое, что при высоких энергиях это сечение такое же, как сечение аннигиляции электронов и позитронов, и даже больше того. Но только теперь, если мы перейдем к рождению адронов гамма-гамма-соударения, уже будем рассматривать кварки, у нас в ответ войдет не одна, а две кварковые вершины. И тогда сечение этого процесса, да, будет пропорционально, амплитуда будет пропорциональна заряду кварка в квадрате, а сечение будет пропорционально заряду кварка в четвертой степени. Там можно будет ввести свое
которые будем, в отличие от этого, называть R для гамма-гамма соударения, которая будет равняться отношению сечения гамма-гамма квадрон сечению гамма-гамма на плюс-минус. Это будет, вообще говоря, существенно другая функция. Да? Она будет пропорциональна четвертой степени. И эта функция будет гораздо более чувствительна к заряду кварков, чем здесь. Потому что четвертая степень от того, что если заряды кварка нестандартные, две трети, одна треть, какие-то другие, это было бы почувствовано. Процесс такого сорта вы будете рассматривать на семинарах, но я хочу сказать, что кроме некоторого усложнения ничего принципиально нового здесь не возникнет. Поэтому идеи, которые в квантовой хромодинамике вкладываются при расчете таких процессов, те же самые, что и там. Дальше стоит вопрос, но эта вещь есть давно и хорошо известная, прямо здесь изучаемая. А что мы можем сказать про такие возможности? Откуда они возьмутся? Где взять пучки фотонов, которые были бы похожи на пучки электронов и позитронов? При этом их должно быть много в пучках, и они должны быть высокой энергии. Конечно, мы знаем такие пучки, где фотонов очень много. Это лазерная вспышка. Я еще об этом буду немножко говорить. Но лазерной вспышки фотонов может быть в много раз больше, чем электронов в сгустках ВП4. Но лазерная физика вся до сих пор живет и процветает в области видимого света. Энергия – это электрон-вольт. А здесь нам нужны те же самые энергии, что и на встречных пучках. То есть нужны фотоны с энергией лучше много ГФ. Но пока что таких фактически устройств нету. Но был найден окольный путь. На самом деле, скажем, такого сорта процесса может происходить как виртуальный. Мы с вами говорили о виртуальных частицах. Так вот сейчас самое время употребить эту идею и технологию для таких процессов. Рассмотрим встречные электрон-позитронные пучки, в которых электроны и позитроны сталкиваются друг с другом, но не аннигилируют, а рассеиваются друг на друге, испуская фотоны. Позитрон рассеивается на электроне. Каждый из этих лептонов испускает фотоны, а затем эти фотоны порождают эту систему или эту систему, которая при высоких энергиях превращается либо в адронные струи, либо вообще в набор адронов, адронный резонанс и так далее. Это все, помните, я вам говорил о пользе. Перехода от формального разложения теории возмущений к разговорам про виртуальные частицы и так далее. Такого сорта процессы, только с рождением не таких тяжелых частиц, как мионы, а более легких, электроны, впервые наблюдались как раз на встречных пучках. Проблема в том, что когда происходит это излучение, то энергия наших фотонов оказывается заметно меньше, чем энергия электронов и позитронов. Вот. И вот первый процесс такого сорта, так называемые двухфотонные процессы, наблюдались как раз здесь, на ВП4, который еще идет без буквы М, и там наблюдалось рождение электронов и позитронов. Причем, поскольку энергия фотонов была заметно меньше, чем энергия исходных пучков,
то энергия рожденных электронных позитронов тоже была заметно меньше. А затем такого сорта процессы наблюдались и на всех других крупных ускорителях. Поэтому вот эти процессы, но с виртуальными фотонами, да, в настоящее время тоже оказались изученными не столь большой подробностью, как процессы аннигиляции такого сорта. Тем не менее, они достали много полезных сведений. Что? Вы понимаете, это уже не радиационные поправки, это отдельный процесс. Да. Ну вот. Ну на этом мы эту тему закончим. А я хотел дальше еще раз поговорить об этом изначальном процессе, из которого вытекло столь много полезного. Рассмотрим с вами процесс, который включает те же частицы, что были здесь, только в другой ипостаси. Ну, например, если мы по этой реакции переместим электрон, позитрон в конечное состояние, а мюон в начальное состояние, да, то у нас возникнет процесс не аннигиляции, а рассеяния. Электрон рассеивается на мюоне с теми же самыми конечными состояниями. Рассмотрение этого процесса даст нам возможность поговорить о перекрестной симметрии. Из очень глубоких, а главное очень полезных идей квантовой теории поля, а ее можно прочувствовать на этом простом примере. Сделаем перерыв, а потом начнем. Вернемся к этому процессу и вспомним, что когда мы начинаем вычислять эту диаграмму, то в каждой вершинке у нас будет такой множитель минус и на е, идущий просто от константы Лагранжана взаимодействия и экспоненты, и матрица Дирака, скажем, назовем ее гамма-альфа. Тогда здесь, соответственно, будет аналогичная величина, вообще говоря, другая матрица. Да? Давайте вспомним, как выглядит матричный элемент, соответствующий этому процессу. В прошлый раз я его описывал, поэтому хочется выяснить, как вы это освоили. Я вас попрошу. Попробуем записать матричный элемент этого процесса. Давайте запишем сначала вот эти множители, чтобы не забыть. Минус и е в квадрате. Да? Так, у нас получается минус и е в квадрате. Так. Вот. Дальше у нас гамма-альфа. Нет, начинаем, как всегда, хватаемся за конец. Да. Что здесь будет стоять? Здесь будет стоять множитель от энергии, кончок.
Нет. Это мы пишем маточный элемент, амплитуда растения, в которых никаких таких экспонентов уже нет. Это мы честный общий множитель, без всяких знаменателей, минус иде в квадрате. Да. Квадрате, замечательно. А дальше здесь стоит спинор, описывающий начальный позитрон. Да, это что у нас. Позитрон, на позитрон. Позитрон. Мы идем по линии с конца. Линии. Против стрелки. Но вообще, да, мы же другой хотим процесс посчитать. Что? Мы же другой процесс хотим. Нет, мы сейчас этот вспоминаем. Да. Угу. Так, таким образом, что здесь входит? Ну, здесь будет стоять V. V, причем V сопряженное. Да, сопряженное. Да. Вот. Назовем его буквой 1, чтобы здесь будет индекс импульс и спиральность. Дальше. Вершиночка, здесь стоит. Ну, здесь стоит, соответственно, гамма-альфа, получается. Гамма-альфа. И? И здесь, получается, электронно-начальное состояние, у нас получается У. Да. С вот. Индексом? С индексом двойка. Двойка. Все. Да? Это будет, так сказать, по спинорным индексам произведено соответствующее суммирование. Вот. Дальше идет пропагатор. Между прочим, с множителем И. И не забудем написать. Общее правило тогда и здесь нужно написать. И дальше пропагатор как выглядит? Так, у нас... Вот, здесь у нас будет стоять... ну, как квадрат... То есть как квадрат в данном случае это кто будет? Ну, как квадрат, в смысле... Это будет? Вот это вот. Вот. Ну, тогда через R запишем. Yes. Конечно, нужно было бы формально записать плюс и ноль, но в данном случае S положительная величина, поэтому можно это само и ноль опустить. А в числителе стоит что? А в числителе сейчас... Так. Минус, да. Дальше. Что еще? Жемин. 4π, это у нас связано так, и G. Фейнманской калибровки это будет G, связывающее начало и конец. Альфа, Б. Так, если мы здесь писали альфа с нервами, да, дальше. Вот. Дальше, соответственно, начать вот для этого мы идем. Отсюда вот. Начинаем с конца. А, да. Записываем электрон в конечном состоянии. Ну, в смысле, не он в конечном состоянии. Да. Вот. Тогда у нас получается индексом четверка. Да. Вот. Это получается У, 4 сопряженное. Так. Дальше. Вот. Стоит. Дальше идет гамма-бета. Вот. Потом идет В, 3. Все, замечательно. Вспомнили, как мы вычисляли этот автоматичный элемент. Абсолютно точно так же мы будем делать это и для этого процесса. Этот процесс у нас будет выглядеть каким образом? Вот у нас имеется тяжелая частица. Для сравнения буду рисовать, да? Тяжелая частица мюон. Причем частицей мы называем минус. И легкая частица электрон. Да. И мы можем спокойно расписать все то же самое, что было дальше. Затем мы производили следующую процедуру. Вот этот, конечно, и мы выбросим. Так. Мы брали квадрат маточного элемента. И что, как мы с ним поступали? Если у нас электроны и позитроны не поляризованные, и у мюонов мы не различаем поляризации, то что мы делали? Мы суммировали по поляризациям конечных мюонов, а по поляризациям начальных электронов производили усреднение.
То есть брали сумму по сигма 1 с коэффициентом 1/2 это усреднение, и по сигма 2 и тоже брали коэффициент 1/2. И тогда у нас получалась такая картинка. Здесь у нас была 1/4. Ходил вот этот ногтик 4π, где в квадрате это альфа. Все это было в квадрате. Выскакивал этот ногтик плюс в квадрате. А дальше входили шкуры. Как мы их организовывали? Я вас попрошу напомнить. Да. А дальше мы могли сразу сказать, что поскольку есть такой множитель, то можно истребить его и сделать индексы одинаковыми. Тогда картинка будет немножко попроще. Так, пожалуйста. Здесь будет два шкура от моего. Как мы его будем записывать? Так, сейчас я вспомню. Да, давайте. Опять мы хватаемся за эту линию. Так. И вот этому внешнему позитрону шкуре будет соответствовать так. После суммирования чего? Вот можно взять V, на V сопряженное, просуммировать по его спиральностям. И возникнет там такой симпатичный множитель, который включал в себя импульс этого лептона, домноженный на гамма-матриц, на P1, перечеркнутый мы его брали. Нет. Ну, вводилось такое. А, да, феймановский слэш, помню. На гамма-ню, феймановский слэш, да. И входило плюс или минус масса частицы. Для античастицы это было со знаком минус, да? Минус масса электрона. Так. Дальше входил вот этот гамма-альфа. Дальше этому соответствовала аналогичная структура. Так. Плюс масса электрона. Теперь все это домножалось на сопряженное, поэтому там возникала такая же вершина, но другая сумма. Поэтому там ходила гамма. Нет. Мы же должны были вот этот кусочек, в котором шло суммирование по альфа, домножить на сопряженный. А сопряженный даст аналогичную штуку, но по другому индексу суммирования, по бета. Поэтому здесь должен быть, например, вот такая величина. Так. Этот кусок как мы будем записывать? Ну, тоже через шпур. Так. Шпур. А так опять хватаемся за конец. Ему будет соответствовать. P4. P4. Слэш. И это частица, значит, плюс масса. Уже миона, да? Так. Дальше входила гамма-альфа. Гамма-альфа. С этой античастицы соответствовал P3. Угу. Минус масса миона. Масса миона. И когда мы умножали на сопряженную, тогда выходило суммирование по другой вершинке гамма бета. Так. Так. Ну, для того, чтобы все было хорошо, если здесь альфа вверху, а, да, то здесь внизу, и, соответственно, с бетой. Так. Замечательно. Дальше мы этот квадрат матричного элемента вставляли в выражение пересечения и получали то, что надо. Садитесь, пожалуйста. Что изменится, если мы начнем рассматривать эту картинку? Теперь я нарочно и специально вложу совсем другие импульсы. Пусть это будет импульс P, это импульс P'. Здесь будет импульс P большое,
Нет, не будет, то есть повышаешь три. Все будет частицы. Так. Как в этом случае будет выглядеть матричный элемент? Так. Каждому достанется. Пропагатор будет такой же. Ну, то есть, тогда тоже здесь поставьте гамма-альфа, гамма-альфа. А мы сразу гамма-альфа напишем. Да, давайте напишем сразу. То есть, в уме мы произведем суммирование по индексам. Так. Хорошо. Тогда это нам даст что? Значит, это то, что мы не забудем. Чтобы не забыть его. Так, дальше. Идем просто отсюда выйдем. Что здесь мысли? Электрон в конечном состоянии. Да. То есть это узлу от P'. Да? Так. Дальше. Значит, гамма-матрица. Гамма-альфа. Так. И здесь у нас электрон начальник. Да, опять же, у P. Это все самозамкнутое выражение. Здесь берем. Значит, уже. Да. Ну, я просто не знаю. Да, ну, давайте запишем. Наверное, написать передача импульсов, не знаю, как у квадрата. Ну, а вы напишите. Нарисуйте направление, какое вам нравится. Ну, вот вниз. Ну, вот давайте. Да, пожалуйста. Почему мы обязательно этот импульс тогда? Ну, P минус P'. Хорошо. Значит, внизу будет стоять P минус P' в квадрате. Значит, а да. Здесь, ну, и же и написали, потому здесь тоже там да. И еще должен быть минус 4i, а с гаммой, ой, с женщиной учат уже, G алфабет, тогда мы учили. Да. Так, значит, и теперь эту штуку. Ну, кстати, можно это, наверное, еще добавить какого-то импульса. Да, 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 правда. А здесь получается тогда мион. Да. Так. Да. Согряженный, да? Да. Угу. В конечном состоянии. И у него импульс P большой. Да. А гамма у нас стиральфа с ним. И? Значит, и у без сопряжения. Угу. Пошел начальный состояние. Хорошо, и мионное. Так, и все. Хорошо. Так. Если мы начнем сравнивать одно с другим, то что при этом произошло? Давайте попробуем понять. У нас античастица позитрон в начале перешло в электрон в конце. Да? Закон сохранения для этого процесса будет записан так. P малое плюс P большое является P' малое плюс P' большое. Здешний закон сохранения был P1 плюс P2 равняется P3 плюс P4. Итак, если посмотреть по законам сохранения, то что у нас произошло? Давайте соображать. Эта частица, электрон, как была в начале, так и осталась. Значит, при переходе от этого процесса к тому, который мы будем называть кросс, да, произошли такие изменения. P2 заменилось на что? Эта частица как была, так и осталась, да? P2 заменится на P. Просто. Конечный мион как был, так и остался.
это про штрих. Радикальные изменения произошли с остальными частицами. Начальный позитрон перешел в конечный электрон. Если мы будем перетягивать P1 в эту сторону, то он перейдет со знаком минус. Поэтому переход частицы к античастице как раз и сопровождается изменением знака. Если мы посмотрим на эту картинку, то таким образом P1 во что перешло? Минус P штрих. Минус P штрих. Минус P штрих. А P3, которое было антимионом в конце, P3, развернулось в начальный мион. Изменения какие? P3 во что перейдет? Минус P большое. Давайте смотреть, что у нас в итоге получилось. Если да. Там, где раньше стояло. Там, где раньше стоял S, равный P1 плюс P2 в квадрате, мы получили при строгом рассуждении такую величину, которая полностью этими правилами описывается. Правильно? Да. Ну и аналогично будет все то же самое здесь. Античастица V1 перешла античастица в начале, античастица в начале, перешла в частицу в конце. Нет, 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 немножко не так. P2 перешло в P. В этом смысле, прошу прощения, картинка была такая, да? А то, что стояло в качестве античастицы, превратится в частицу. Только античастица была в начале, а частица в конце. Ну, аналогичная история произойдет и с мионами. Если я теперь попробую расписать квадрат матричного элемента, опять-таки просуммированный по всем конечным, усредненный по всем начальным поляризациям. Что я при этом получу? Ну, как и раньше выскочит вот этот самый множитель, который будет делиться на этот раз уже не на P1 плюс P2, а, как мы сказали, на P минус P'. Так. А дальше снова будет два шпура. Ну, или снова убедиться, что эти шпуры будут тоже подчиняться тому же самому правилу перестановки. Давайте это выполним, не торопясь, чтобы во всем этом убедиться. А там в квадрате матричном элементе не ломало четырех, если не просто знаменатель. Как мы будем записывать шпур? На точку кладемся. Это от конца. Это ему будет соответствовать кто? P' плюс масса электрона. Плюс масса электрона. P' перечеркнутый. Да. Дальше. Гамма альфа. Дальше. Это просто P. Это плюс масса электрона. P тоже перечеркнутая, да? Да. И тут будет входить, когда я это выражение, когда я
вот это выражение домножено сопряженное, здесь сумма по гамма-альфа и гамма-альфа, а в сопряженном будет тесновая сумма по гамма-бета и гамма-бета. Поэтому так будет. Дальше. Дальше уже нижний. Тоже идем с конца. Дальше ваш. Три, да? Угу. Дальше. И? А, ну тут индекс с ним. Да. Хорошо. Если переход в маточном элементе, ну, достаточно хитрый и сложный, смотрите, биспиноры античастицы вначале, сопряженные, да, заменялись на биспиноры конечной частицы. И то же самое было с УВ3, которая заменилась на УВП. Тут в том, что касается шкуров, все вообще в чистом виде. Да-да. Вот вопрос? Да, вот это вот. Что? В чем вопрос? Вот это вот выражение 1/4 МФД в квадрате. Да. Это квадрат матричного элемента, просуммированный по спинам конечных частиц, усредненный по спинам начальных. Там и сям мы брали совершенно одинаково, да? Именно эта штука должна войти в сечение. Так. То обратите внимание, что здесь уже вообще нет никаких хитростей. Спиноров нету, есть простая замена импульсов, больше ничего. Вот это возможность описывать такие процессы родственные, или, как говорят, перекрестные, с помощью простых замен четырех импульсов, да, есть одно из больших преимуществ как раз вот нашей ковариантной теории возмущения. Нового расчета производить не надо. Достаточно взять выражение для квадратно-матричного элемента исходного процесса и в нем произвести просто замену четырех импульсов, и мы получим квадрат матричного элемента перекрестного процесса. Ну, а дальше... А вот дальше, вообще-то говоря, наступает некоторое различие, да? Потому что сечение выражается не только через квадрат матричного элемента, а еще туда уходят импульсы начальных и конечных частиц. Они в этих двух реакциях немножко разные. Но это уже будет чисто кинематическое, простое изменение. В том, что касается самого сложного участка, а именно счета квадратного матричного элемента, то он производится вот таким вот простым образом. После этого, вы помните, этот квадрат матричного элемента мы рассчитали. Возьмем его, заменим в нем четырех импульсы. Потом выразим эти четырех импульсы, скажем, через величины в какой угодно системе и получим окончательный ответ. Ну, в частности, очень интересно, значит, предположим, мы это все в уме сделали, я тогда только запишу ту часть, которая будет интересно. Вот до какого кусочка. Рассмотрим такой вариант, когда происходит вот этот процесс.
нем покоится. А рассеивается электрон, энергия которого много меньше массы мюона. Но этот электрон, раз масса мюона примерно 105 мл, да, этот электрон может быть в том числе и релятивистом. Совершенно запросто, да? Ответ в этом случае выглядит следующим образом. В этих условиях мюон испытывает очень малую отдачу. Правильно? И тогда все это можно рассматривать как рассеяние электрона, в том числе, может быть, и релятивистского, но не слишком сильно, не ультрарелятивистского, да? Просто на неподвижном центре, который представляет себе кулоновское поле мюона. А для рассеяния на неподвижном расстоянии в кулоновском случае мы знаем ответ. Это будет резерфорновское сечение. Я вам напомню, что резерфорновское сечение, да, выглядит примерно одинаково, что для релятивистского, что для нерелятивистского случая. Так. И имеет такую форму. Если расписывать альфа квадрат, 4 в квадрат на b квадрат и на вот этот замечательный множитель синус 4 это пополам, который фигурировал как раз в опытах Резерфорда. Только релятивистский кусок от нерелятивистского отличается тем, что в нерелятивистском случае импульс был m на v, да? А в релятивистском случае тут еще входил Лоренц фактор. В данном случае скорость электрона. Вот так вот выглядит сечение Резерфорда. А наш ответ, полученный из точного результата вот этого указанными заменами, будет выглядеть так. Сильно. Он будет содержать резерфордовское сечение. Так. Но будет еще дополнительный такой хитрый множитель. Я вам напомню, что на самом деле стоящее здесь V должно писаться как VC. Да? Вот. В нерелятивистском случае это вообще вещь неинтересная, ее можно выбросить. А вот в релятивистском случае, а я вам напомню, что он тоже входит в это рассмотрение, а в релятивистском случае это может оказаться существенным. Как себя ведет этот морф в зависимости от угла тета? При рассеянии вперед это чистая единица. И наше квантово-электродинамическое сечение ничем не отличается от классического резерфорновского. А вот с ростом угла синус достигает значения какого? При тета равном π, да, здесь будет π пополам, синус обращается в единицу. И эта штука подрезает, входит в результат единицы минус v в квадрате. Для релятивистской частицы это может быть величина очень близкая к нулю. Так что вот этот дополнительный множитель
ведет себя как-то так. Дельтативистская частица. То есть резерфордовское сечение и так очень быстро падает с ростом угла, да? А конкретно для электрона возникает еще дополнительное подавление за счет вот этого самого момента. Может быть, когда вы будете изучать более подробно квантовую электродинамику, там будет раскрыто еще и, как говорится, глубинные причины, почему этот множитель появляется. Он связан с сохранением спиральности электрона при высоких энергиях. Ну хорошо, вот на этом мы закончили изучение родственников этого простого процесса и перейдем к последнему процессу, предпоследнему процессу, который мы будем рассматривать сегодня в этом курсе. Это кантоновское рассеяние. Да? Процесс гамма-Е. Этот процесс удобно сравнивать с его аналогом по скалярным частицам. У нас там был такой процесс пи0 пи минус. И я вам напомню, что он описывался двумя диаграммами. Значит, пи0 мог переходить в виртуальный пи минус и дальше снова появлялся пи ноль и пи минус. Это был процесс, в котором шел обмен виртуальным пи минусом в S-канале. Другой вариант, который мы тоже рассматривали, он выглядит таким образом. Пи0, пи минус. В этом случае, если посмотреть по отношению к этому процессу, это будет обмен виртуальным минусом в U-канале. Ну и если мы теперь возьмем кантоновский процесс, да, то все будет очень похожим образом. Да? Диаграммы Фейнмана будут буквально такие же. Электрон, обмен виртуальным электроном в S-канале, и вторая диаграмма, где идет обмен виртуальным электроном в T-канале. Ну и если вспоминать, как выглядит соответствующая вклады в матричный элемент, то, скажем, вот этот
Ну, или я полностью напишу. И домноженное на амплитуду рассеяния включает в себя минус ИЖ в квадрате. Это вот здесь вершинки стоят. Так. Никаких спиноров или векторов поляризации здесь нету. Поэтому дальше будет ходить только этот пропагатор. Пропагатор для обмена в S-канале будет содержать импульс, равный. Ну вот теперь давайте мы будем здесь различать, скажем. Если я здесь хочу обозначить это К1, это К2, здесь П1, это П2, и здесь я буду придерживаться тех же обозначений К1, К2, П1, П2, то этот пропагатор будет зависеть от суммы импульсов К1 плюс П1. Вторая диаграмма будет содержать пропагатор, зависящий от этой суммы импульсов. Это К1, это П2, значит, этот импульс будет представлять из себя П2 минус К1. Аналогичную штуку мы можем записать и здесь. Это мы потом сделаем. Но вот важно следующее. Что касается внешних вершин, то мы знаем, как с ними обращаться. А вот что касается пропагатора, который здесь встречается, это новый объект, с которым придется нам глубже знакомиться. Поэтому поговорим немножко подробнее о пропагаторах электрона. Да. Здесь можно не раскрывать всю тяжелую артиллерию, которую мы начнем, стартуя от выражения оператора S-матрицы, S-оператора во втором порядке и так далее, а просто воспользоваться уже пройденным этапом. Мы знаем, как находились эти пропагаторы. Давайте я вам напомню. У нас там ходила пропагатор скалярной частицы и минус, да? Имел такой вид. Это был матричный элемент по вакууму от чего? От Т-произведения оператора φx на φ с крестом от x. Да, я зря написал. Это у нас все было в координатном представлении. Затем мы это все переписывали в импульсное представление. И подробно разбирая все это, в конечном счете мы нашли эту самую величину ДСП. Это была такая простая штука в квадрате. Можно, конечно, сказать, что по отношению к электрону будет все то же самое. В этом месте будет стоять матричный элемент от Т-произведения. От чего? Вместо оператора φ будет стоять оператор ψ.
И пси, ну, конечно, дербельские, сопряженные. Пока что только первое усложнение. Вместо обычного сопряжения гераклевское. Второе не очень приятное усложнение связано с тем, что ведь это у нас спиноры. У них есть свои индексы. У этого, скажем, индекс И, у этого индекс К. Так что то, что получится, мы должны обозвать пропагатором. Его любят обзывать буквой Ж. Но теперь это будет матрица со своими индексами. Вот. И можно дальше расписать это в виде суммы по плоским волнам и так далее, и так далее. Но можно поступить немножко хитрее. Вот. Мы с вами видели, что D от X есть не что иное, как функция Грина для уравнения Клейна-Фока-Гордона. То есть мы вот проверяем, что если я возьму оператор, который входит в уравнение Клейна-Гордона-Фока и подействую им на D от X, то что я получу? Я должен буду, кто такой этот оператор? Это I, D мю, этот оператор, I, D мю. В свою очередь, этот оператор у нас был известный нам знаменатель, и входила фурье преобразования от него. Если я подействую этим оператором на экспоненту, знаменатель у меня, конечно, останется. Экспонента при этом тоже останется. Но вот когда я этой штукой подействую на эту экспоненту, выскочит дополнительный множитель минус ИП. И это И даст мне просто П. В свою очередь оператор Коварял тоже даст P, но с нижним индексом. Этот квадрат останется. И что мы получим? Числитель со знаменателем совершенно спокойно сократится. А интеграл от такой экспонента мы хорошо знаем. Что? Дельта функцию даст. Да, дает дельта функцию от чего? От X. Так что если мы посмотрим на начало, то это есть оператор из уравнения Клейна-Фока, только правая часть 0, а дельта функция. Ту же самую технологию можно попробовать применить и здесь. Этот оператор, вот этот пропагатор, должен быть функцией Грина для уравнения Дирака. И если этим воспользоваться, то мы получим очень быстро ответ. Ну давайте это, чтобы не комкать, сделаем в следующий раз.